Насчет сена. Ему я написала, рассказала, что из 17 тюков всего два нормальных. Два я вскрыла тухлых, те остальные все тоже такие же, как первые два тухлых. Короче, он может свободно забрать 13 тюков, потому что два я вскрыла, они уже разделаны без веревок, как он их повезет. В общем, он не отказался, сказал, приедет, заберет. Все, пусть приедет, забирает. Сено мне от него больше не нужно, я у него больше покупать не буду. Такое сено. Нужно работать с добросовестными поставщиками. Тем более, что я беру немало. Я беру всегда тюков 40, не меньше. Я беру много сена, чтобы, ну, коровы лели вдоволь. Поэтому я считаю, что поставщики, ну, должны быть ответственны. Везут людям на такую огромную сумму, а по факту привозишь говно, которое даже на подстилку стелить нельзя. Кстати, от такого плохого сена корова может абортировать. Ну, выкидыш случится, вот как. Ну, это не выкидыш, это. Ну да, выкидыш. Поэтому не на ней буду рисковать. Пусть забирает свое сено.